О, знаешь, давай в какую игру поиграем? Ну-ка. Мне интересно. Меня за эту игру захуйсосили в ТикТоке на серьезном ебале. Сейчас показываю. Во, тут надо делать выбор. Мне интересно, что ты будешь выбирать. Я должен буду выбирать, да? Да, ты должен будешь выбирать сейчас. И тебя захуйсосили. Да, я там выбрал пару раз по приколу, меня захуйсосили за это. Ура! Ура! Так. Так, давай. Ля-ля-ля-ля. Играть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, давай, выбирай. Сейчас я сделаю потише звука. Так, и что надо делать? Выбрать. Ну, одного чела задаем. Угу. Вообще... Можно нажимать на овечку, она будет мекать. Вообще, я бы в этом случае не дергал вообще, в принципе, за рычаг. Что бы ты выбрал? А переехать? Если я ничего не буду выбирать? Ну, оно само поедет. Ну, пусть, мне не важно, в принципе. Ладно, раздавил кофе. Это быстро выбирать надо. Да. Клубника, ну, или... Что тебе больше не нравится? Я хочу помидорчик, чтобы выжил. Из него можно салат сделать. Mm-hmm. Клубника, может, не повезет с ней. Ме-ме-ме-ме. Ме-ме. Я ничего не буду нажимать. Нет. Ну, не могу, она на лаке похожа, посмотри. Блять, а я выбрал переехать ее. О, может, она плохая. Она не фарша, у нее волосы крашены. Она, блядь, могла не родить. Ребенок, он, у него вся жизнь впереди, блядь. Вот, у ребенка вся жизнь впереди, блядь, и всякое может быть. А что значит эти штуки над их головами? Че, ну я ебну, пусть, может, он плохой был. Собачка точно хорошая, блядь. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS GO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Ну ладно, она молодая, вроде бы, она может еще всю жизнь прожить. Mm-hmm. А этот старый уже, поэтому его шлепнем. Давай. Без комментариев. Мне кажется, вы просто плохо помните свой возраст. Как раз лет в 9-10 пи***ки пробуют разносить. Уведомление. А в 13-14 нормальные отношения. Донатер отвлек. Мне ачивку дали, чтоб ты понял. Мне не было таких выборов тут на рандом. А чё тут никого нету? Я просто убил чела какого-то. Ладно, я, сложно, быстро надо решать. Так. Её обновили, походу. Я извиняюсь, но я честно выбираю, как я вы... это... Извините. Так. Давай другой режим. Но есть нюанс. Так. Очень богато. Обманула. Это две тетеньки? Да. Вот эту убьем. Так. Мне это не понравилось снизу. Мне, а можно их вот это не нравится? Играть в азартные и оскорблять других. Вот это не нравится, она усатая. Я только по внешности выбираю, достойны они жить или нет. Мне похуй факторы, но я не знаю, что там, я по внешности только могу судить. Это усатая, тоже даю мое, блядь. Ты в курсе, что у всех женщин усы? Ну ты подумай, блядь. Джек Вильямс. Мне не нравится, его зовут Джек, это Джек достойно называться только конфета. Конфета Джек. Так. Джек. Смешно шутит. Но если у меня есть выбор убить одну женщину или две, выбор очевиден. Чего я сказал, блядь? Подожди. Короче, блядь. Я не понимаю, мама бы. Знает 5 языков, оскорбляет других, ненавидит Гарри Поттера. А какая будет мне разница? Мне что, похуй? Мне без разницы здесь. Я воспринимаю это как два человека там и два человека там. Мне без разницы, что у них там, блядь. Я ж, ну, типа... Так, ну видишь? Ну, тут два человека, тут один... А, ну да. А, я даже это не заметил. Да похуй. Ну, человек и человек. Тут можно спасти двух, тут одного. Убить. Тут поэтому это самое. Тут просто и там люди.
И что делать? Выбирай. Я выберу тех людей, которые мне меньше нравятся. Это, короче, Дрейк, давай другой режим, давай следующий. Ладно, сейчас я их быстренько пройду, по-быстрому. Это хуйня не режим. Там есть третий. Что-то надо думать, смотреть, блядь. Это хуйня, там... тяжело, блядь. Сейчас я просто быстренько всех закончу. Ты взорвал овцу. Не, ну я чипку дали. Нажмак. Ура! Всех овец. Слушает кей-поп. Кого, где? Снизу. Да и, блядь, что, за то, что человек слушает кей-поп, его давить поездом, что ли? Что, бред? Какая разница-то? Он слушает кей-поп и слушает, что такого, блядь. Так. О, no. Мя-мя-мя-мя-мя. Да заебало, нахуй. Предпоследний. А тут ты прям читал серьезно, да, разбирался? Ну я читал, но не вчитывался. Блять. Так. Средний возраст. Нелюбимое имя там Джек было, блядь. Да, я сказал, Джек пошел на. Так, играть, информация. Информация. Что это такое? Это ты просто переедешь. Зачем? Не знаю, просто переехал. У меня здесь были кролики, нахуй. Нечестно. Так, чемодан с деньгами или... Ну, а я могу... Ну, давай, да. Ну, я чемодан себе оставлю? Ну, да. Тогда чемодан оставляю. Блять, я переезжаю бутылку водки или человека, нахуй. Да. Конечно, бутылку водки, блядь. Зачем мне бутылку водки? Не то, чтобы человек мне прям, как был нужен, да, но тут... Это похуй. Понятно. Три человека, блядь, или один старый. Извините, тут тоже как бы... О-о-о! Вот же оно. Тут без разницы. Она спит, видишь, она спит, стой. Это спи... Ой. Привет, это мой первый донат. Можешь передать Даше привет. Даша, я привет. Очень вас люблю. Здорово. Так, бобер или пират? Ну, пират, потому что пират преступник. Пират преступник, поэтому его надо давить. А да. Если бы он исправился? Гений или вот Цезарь? А какая разница? Это просто два человека. Ну, это косплеер. Косплеер охуенный. Со звуком нахуй. Собака не пострадает. Микки Маус это вообще-то этот фашист был. Был. Да, поэтому нахуй его, блядь. Ты чё, ёбнулись? Да ебать, у тебя легкие выборы, нахуй. Мне сложнее давали. Сова, блин, живая или какая-то корзинка. Тут задавим кружку кофе. Легкая, легкая, блядь. Что если легкая, блядь? Тяжело выбрать, кого задавить. Может, я кроликов хотел бы, блядь. Это мутант какой-то и панда. Нет, не мутант. Кто это, блядь? Это мутант. Это игрушки. Это ж не живые, что ли? Живые, типа. А. Вы самый настоящий маньяк. Чего, блядь? А у тебя такое было? Нет, мне не писал, что маньяк. Что если, блядь, маньяк? И что, снова поиграть в информацию, потому что у меня другие легкие выборы можешь... были? Это, конечно, VR-шлемщика, блядь. Нахуй нужен, блядь. Собаки грустнее. А, игрушечного медведя. Он игрушечный. Да. А у кролики, может, тоже игрушечные, но их два, поэтому жалко. Микки Мависа. Ага. Угу. Чего они такие довольные лежат на рельсах, блядь? Корзину. Что-то легко, блядь, все равно. У тебя легкие, да. У меня были сложные. Охуенно. В смысле, косплееров. Ну, если у меня есть выбор между нормальным человеком и косплеером, типа. О, вруби первый акт, тут хуйня, тут кофе. Познай себя? Да, да. Что за пи***ц? Типа, я должен выбрать убить пятерых или одного? Да. Это же какой-то дурацкий выбор.
Что бы ты выбрал, переехать деньги или переехать любовь? Не успел выбрать, пока думал на... Переехать пиццу или переехать... Что? Да блядь! Собаку не будет, блядь. Это наркоман какой-то, ему кайфово будет жить. А че в миндале? На капельнице или инвалида? Ну, может, у него еще это... Он просто на витаминах, например. Да какая вообще разница, блядь? Это и там человеки, блядь. Это бит. Легко. Легкий выбор. Ну не, если бы в реальной жизни это была загадка, я бы просто не дергал рычаг никак вообще. Ну только если бы после на собаку. Тогда бы она на собаку поехала. Тогда бы я дернул. И человек. Нет! Ну я не знаю. Я вот так вот посередине поставлю, пусть он решает. В смысле косплееров хуякать? Не поняла. А че, у меня есть косплееровая аудитория? Вот. Я не буду выбирать, потому что и там люди. Мне, ну, мне не важно, кого это, там было выбирать. Не прокнуло, блядь. Себе не повезло, блядь. Ну что, блядь? Я не хочу собачек. А почему не считают убитых детей, которые еще внутри мамы? Ладно, все, извините.